Вы знаете, возрождение СССР, я думаю, что это уже тема прошлого. То есть все-таки то, что уже было, возвращаться, я думаю, что не нужно, учитывая то, что мы уже двигаемся, развиваемся абсолютно вперед. Но ностальгия, конечно же, у нас осталась. Я с большим удовольствием езжу в Республику Казахстан, я там очень много работаю, в Азербайджан, в Армении, вот сейчас поеду. И, конечно же, я приезжаю туда не как самостоятельную республику, а как с ощущением моего прошлого, моего детства. Я все-таки рождена в СССР, поэтому, соответственно, это, конечно, ностальгия есть. Но я думаю, она со временем будет проходить уже. И наше поколение, которое это помнит и знает, оно уже будет потихоньку забывать, а новое оно вообще уже не помнит.